Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Дарья Ковалевская. О самых интересных событиях недели узнаем прямо сейчас. В этом выпуске. Фонд «Русский мир» стал партнером акции «Школьная летопись». Соотечественники в Японии проголосовали за депутатов Госдумы. Московский театр «Луны» открыл 29-й сезон. А теперь более подробно об этих и других новостях. Написать свою первую книгу и сохранить теплые школьные воспоминания. Такую идею несет всероссийский проект «Школьная летопись». Акцию поддерживают знаменитые писатели и работники культуры. Уже скоро присоединиться и стать автором своей первой книги смогут юные соотечественники из зарубежья. Фонд «Русский мир» заключил соглашение о сотрудничестве с всероссийской акцией «Школьная летопись». Это уникальный проект, объединяющий школьников, родителей и педагогов из разных городов страны. Вместе они создают свою школьную историю, делятся опытом и переживаниями, которые находят отражение в общей летописи класса. Теперь стать частью проекта смогут также соотечественники за рубежа. Рада нашей встрече тем, что мы вот пришли к пониманию, что мы должны объединить наши усилия. Потому что основа всей нашей истории, конечно, это язык и отношение к языку. Где бы мы ни находились, в России, там, в ближнем зарубежье, в мире. Есть язык, есть история страны. В акции приняли участие уже более 30 тысяч авторов. По мнению писателя Олега Роя, амбассадора проекта «Школьная летопись», коллективная работа над созданием книги – это не только возможность раскрыть свой творческий потенциал, но также объединить опыт и сохранить приятные воспоминания. То есть работа в коллективе – это довольно сложная вещь, когда ты знаешь, как распределяются роли. Это очень важно сегодня вообще в коллективе детском, когда ребенок понимает, не подчиняется, а понимает, что надо создавать всем вместе. «Школьная летопись» – это не только быт сегодняшнего дня, это и наше будущее. И все-таки приукрашивание сегодняшнего дня, как и в мое время, так и сейчас у подростка присутствует. Участие в проекте бесплатное. Тематика произведений не ограничена. Но еще на этапе создания книги каждый автор может получить советы от консультантов. Все участники образовательного проекта «Школьная летопись» получат сертификат, подтверждающий издание собственной книги. История складывается по кирпичикам. История – это не победа в одной войне, это история каждой личности, каждого человека. Маленькие истории, которые ребята начинают создавать в школьные годы, фундаментом, из которых потом создается история своей школы, своего города, своей области, своей страны и вообще понимание истории мира. Подробнее ознакомиться с правилами участия в проекте «Школьная летопись» можно на официальном сайте, а также в эфире нашей радиостанции. Раз в месяц мы будем рассказывать о проекте и приглашать к нам в студию его участников. Присоединяйтесь к всероссийской акции и станьте автором собственной книги. На этой неделе в России подвели итоги выборов в Государственную Думу. Принять участие и отдать свой голос за кандидата смогли также соотечественники из-за рубежа. О том, как прошло голосование в японском городе Осака, расскажет наш специальный корреспондент Альбина Танибучи. 19 сентября в городе Осака прошли выборы депутатов Государственной Думы. Активное участие в них принимала молодежь. Энергичные молодые люди смотрят в будущее уверенно и с надеждой изменить жизнь на родине в лучшую сторону. Некоторые из них потратили несколько часов на дорогу, чтобы доехать в генконсульство и выбрать своего депутата. Я пришел голосовать на выборы в Государственную Думу, потому что я считаю, что голос каждого важен, и именно мы можем повлиять на политическую ситуацию в стране. Из-за опасности заражения коронавирусом посетители и сотрудники генконсульства были в масках. Выборы на этот раз прошли без традиционных угощений русскими блюдами – блинами, пирогами и чаем с вареньем. Сотрудники генконсульства были гостеприимны и, как всегда, вежливо отвечали на все интересующие вопросы избирателей. Россияне надеются, что с приходом в Государственную Думу новых лиц в стране начнется светлая полоса мощного экономического и политического рассвета, что положительно повлияет на улучшение жизни граждан.
узнать больше о работе журналиста, а также получить ценные лайфхаки и советы от профессионалов. Все это можно найти на страницах новой книги «Журналистика с любовью». Издание рассчитано на широкую целевую аудиторию и придется по душе многим читателям. Накануне в книжном магазине «Библиоглобус» состоялась презентация издания «Журналистика с любовью». Сквозь призму профессионального опыта и личных впечатлений главный редактор нашей телерадиокомпании Любовь Курьянова рассказывает в книге о пути в большую журналистику, делится ценными советами, откровенными историями и мотивирует читателя менять мир вокруг, а главное – внутри себя, наполняя его любовью. На презентации книги побывала легендарная радиоведущая, заслуженный журналист России Диана Берлин. В последнее время я не очень часто слышу о любви к журналистам и к самой журналистике. Да. И если появляются такие книги от таких талантливых молодых людей, это означает, что мы еще поживем. В этом издании собраны эксклюзивные интервью и профессиональные кейсы, которые станут настоящим учебным пособием для студентов факультетов журналистики, а также всех тех, кто давно хотел ближе познакомиться с этой профессией. На страницах книги вы также найдете ответы на главные жизненные вопросы: как верить в себя и свою мечту и не бояться брать ответственность. Здесь на помощь мне пришли студенты, которые ежегодно проходят практику в телерадиокомпании «Русский мир», главным редактором которой я являюсь. Хочу, чтобы в профессию приходили не случайные люди. Но мне не хотелось сделать учебник. Поэтому получился такой нон-фикшн и книга пропитана историями, часто смешными, где-то, может быть, грустными. Там есть советы житейского характера и не только. Как взять интервью у президента, как устроиться на ТВ, стать популярным радиоведущим, имея в арсенале только огромное желание. Можно ли поменять сферу деятельности и не пожалеть об этом? Каков он, путь от ассистента до главного редактора? Обо всем этом читайте в книге Любови Курьяновой. В Московском театре «Луны» под руководством народного артиста России Сергея Проханова состоялось открытие нового 29-го театрального сезона. О том, где берутся идеи для создания зрелищной драматургии и почему спектакль «Маки» разбудит вас любовь к шахматам, расскажем прямо сейчас. Театр «Луны» продолжает радовать зрителя как оригинальной стилистикой и художественной концепцией, так и романтической атмосферой, присущей, к примеру, авторскому спектаклю «Маки», открывшему новый 29-й театральный сезон. Основатель и бессменный художественный руководитель театра Сергей Проханов разыгрывает в нем не только шахматные партии, но и обжигающие кубинские танцы, приглашающие погрузиться в биографические факты. Ведь речь здесь ни о чем ином, как о поединке века, матче за звание чемпиона мира между величайшими шахматистами – кубинцем Хосе Капабланкой и русским гением Александром Алехиным. Загадку для новых сценариев можно найти только в Институте мозга. Вот это мое такое ощущение, то есть что-то новое. Все остальное вы все знаете – 12 сюжетов, Чарли Чаплин и все такое прочее. На сборе труппы Сергей Проханов подвел итоги прошедшего сезона и объявил планы на сезон грядущий, обещающий громкую премьеру – спектакль об актрисе Ольге Чеховой «Шпионка», одной из самых неоднозначных фигур 20 века. О ближайших гастролях рассказал директор театра Олег Митченков. С 15 сентября стартует проект, заявочный проект по гастролям. Пока есть предварительная договоренность с Дагестаном. Наш спектакль «Участие в фестивале» произвел такой неплохой резонанс, и Дагестан опять нас ждет. Кроме того, отменившиеся гастроли в прошлом году, когда была пандемия, возобновляем, опять же, ведут переговоры с Ростовом-на-Дону и с Липецком. На открытии сезона не обошлось и без торжественных событий. Сергей Проханов вручил внутритеатральную премию «Ромашка» артистам спектакля «Маки» за лучшую женскую роль актрисе Юлии Головиной и актеру Захару Ронжину за лучшую мужскую роль. Эта премия была основана в 2000 году в памяти народном артисте РСФСР Анатолии Ромашине. Лауреаты определяются по итогам голосования самыми главными критиками – зрителями. Полина Прокопенко, Равид Гор. Специально для телеканала «Русский мир».
В эфире телеканала «Русский мир» мы часто показываем сюжеты от наших народных корреспондентов. В этот раз социальный ролик о ценностях военного времени нам прислали студенты кафедры журналистики из Луганского педагогического университета. Смотрим. Никто, кроме участников войны, героев сегодняшних кинолент, не выплачет до конца всю скорбь произошедшего и не даст надежнее совета, как жить сейчас, чтобы горестное прошлое не повторилось. Мой любимый Мишка остался в Луганске, когда мама и папа увозили меня из-под бомбежек. Мне его подарила бабушка, и мы вместе шили ему кофточку. Наверное, ему было скучно и обидно, что он остался тут сам. Интересно, а какую игрушку с собой брала моя прабабушка в ее войну? Родилась в 43-м году, в феврале месяце. В то время немцы угоняли всю молодежь в Германию. Это грозило и моей сестре. Она со своей подругой порезали свои ноги лезвием бритвы, залили каустиком. И эти порезы превратились в зияющие раны. И когда немцы пришли забирать ее в дом и увидели вот этот ужас, они, конечно, замахали руками и ушли. 14 лет было мне. Меня забрали помощником комбайнера. Комбайн поломался. Этот комбайнер полез под трактором и говорит: «Подай мне ключ». Не помню, на какой-то номер, 14 или 12. А я-то знаю. Я подаю ему, а он на меня матюком. Та не то. А я потом как кинула ключи и бегом босиком по полю плачу. Мама уходила менять, вещи меняла на продукты. Пусть и Дуська прибежит, я дам хлеб. И я пошла. И попала в переплет. Остановилась машина. И всех машину посадили, в том числе и меня туда. Наши люди и наши воины уходили и нас оставляли. Это было самое страшное в моей жизни. Так моя юность прошла детство. Дай Бог, чтобы не было войны. Это самое главное. И чтобы молодежь была такая, как мы были. Чтобы они помнили трагическую и героическую историю своей Родины. Это, наверное, надо никому не забывать. О самых интересных событиях и жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости@rm.yandex.ru. До новых встреч и до свидания!